Шестиня як бренд. На Брэшчыне сёлета организована великая работа по наведенні парадку на земле. Гэтая тема у ліку приоритетов мясцовых органов улады. Як у гэтым накірунку працуюць у Баранавічах і ці робяць жыхары города выбор на карысць Шестіні, высвятлялі наши корреспонденты. За год у Баранавічах збіраецца і вывозіцца амаль 340 тысяч метров кубічных смецця. Каб зрабіць город больш чыстым, прынята схема по абыходжанні с комунальными отходами. Для временного хранения мусора создано и построено у нас в городе 838 площадок, где установлено 2656 контейнеров. Дальше, в плотной застройке построено 24 контейнерных площадки, где находятся большегрузные контейнера. Мусор вывозится специализированным транспортом в количестве 31 единицы. И задействовано на уборке, обезвреживание, захоронение 163 человека. Вывоз твердых бытовых отходов транспортными службами саначистки ожыццяўляецца планово у адпаведнасці с распрацаванными графиками на договорной основе. На жаль, отзначают специалисты, у приватном секторе не все жыхары заключили домовы на вывоз смецця. Узнікае пытанне, куды ж яны дзяюць вынік своей жыццядзейнасці. Магчыма, ён асядае на земле неподалек от города. И если вы не знаете, в какие дни, в какое время, как нужно распорядиться с отходами, которые у вас образовались, всегда можно позвонить в службу ЖКХ и задать такой вопрос. Вы получите всю четкую, полную информацию. Никаких самовольных схем обращения с отходом придумать не надо. Основными проблемами на сегодняшний момент по-прежнему остаются замусоренность пустующих территорий, окраин города и гаражных массивов. Почему складывается такая ситуация? Ну, отчасти от недобросовестности граждан в плане заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Вот. Ну и нерадивых руководителей субъектов хозяйствования, которые считают, что вопросы благоустройства не первоочередные. Для створения умов по особным сборы коммунальных отходов и максимального уключения другасных ресурсов в господарчий оборот на территориях шматповерховой жилой забудовы усталяваны контейнерные пляцовки для сбора другасной сыровины. Осенью минулого года у Барановичах з'явились яркие колеровые контейнеры для поособного сбору смецця. Усяго у городе на автобусных припынках установлено свыше 1200 таких контейнеров, что обошлось бюджету у 1,5 миллиарда рублей. Зараз раздельным сбором смети охоплены увесь город. На жаль, как показывает практика, громадяне не заусёды корыстаются контейнерами по призначению. В целом, по Брэсской области на сегодняшний день перепрацовывается только 25% смети. В той час, как у некоторых заходних краинах, 70-90. Выбор, куды и какое смети выкидать, за каждым из нас. Коммунальные и санитарные службы сподяются, что гэты выбор громадяне зробят на корысть Шестіні. Ольга Гутовская, Людмила Салзна, Юрий Титов, областные новины, Барановичи.